Теперь попробуем агрессивный взлет и вперед. А дальность полета какая у него? 2 километра, 3 километра, 5 километров. Пока связь есть с этим. Летим мордашкой к себе. Делаем большой разворот. Хорошо видно свет на нем. Ты, походу, не первый день тренируешься, да? Я очень много на симуляторах летал и на маленьких коптерах. Вот видишь, ветер оттуда, и он наклонен вперед. Видишь, он сам наклоняется вперед. Так у него еще GPS, я поставил точку, летал. Ух ты, блин. Такие штуки хотели делать для помощи утопающим, что-то таскать или возить, датчики. Я уже для, мне кажется, что для военных самый раз. Для береговой охраны хотели такую фигню поставить. Как говорить. Ты не говори, вечер так вот запустишь смело. Вот вечер дует, вечер дело 4-5 метров в секунду. Сам поворачивается к ветру. А это свет маяк для самолетов, наверное, да, чтобы не спили, не утесались. Мега супер-пупер вертолет.